Мы продолжаем наш вечер, и во втором отделении концерта палитру барочных инструментов дополнит человеческий голос. Прозвучит вокально-инструментальная и хоровая музыка барокко. Причем мы снова в Италии, начало 18 века. И пусть вас не смущает имя немецкого композитора Георга Фридриха Генделя. В его музыке столько же итальянского, сколько немецкого. Вообще он впитал все ведущие музыкальные традиции. Немецкую, итальянскую, французскую. И сам говорил, правда, бегло, с акцентом, но на нескольких языках. Помимо немецкого он знал латынь, английский, французский, итальянский. И был ненасытен, в хорошем смысле, до разных музыкальных культур. Наверное, его можно назвать таким интернациональным международным композитором. Но вернемся все-таки к итальянским его родникам. Дело в том, что всю жизнь Георг Гендель испытывал ненасытный, очень горячий интерес, жажду к музыке итальянской. Она ему очень нравилась. Он изучал и знал, был в курсе всех музыкальных новинок современной Италии. Он изучал сочинения предшественников. Его очень интересовала музыка Арканджело Карелли. И так случилось счастливо, что один герцог тосканский, пригласил Генделя на несколько лет в Италию. Это случилось в 1706 году. И случилась такая небольшая, почти четырехлетняя итальянская командировка, стажировка. За это время Гендель окунулся с большим удовольствием в мир итальянской музыки, звуков, традиций, изучал особенности вокальной техники. И именно в Италии он обратился к жанру светской кантаты, камерной кантаты. Почему в Италии? Ну, во-первых, это, конечно, самая поющая страна, колыбель музыки, мы все знаем. Ну и, кроме того, в предшествующую эпоху, в эпоху Возрождения, в Италии стало очень модным всевозможное музицирование. Запели все, всюду, везде, одноголосие, многоголосие, сопровождением, без сопровождения, какая разница. Это было очень приятным времяпрепровождением. И вот от этой жажды пения и родились многие жанры, в частности, светская кантата барокко выросла из канцоны, из мадригала, из камерной арии и других видов вокальной музыки. К концу 17 века уже в расцвет барокко она приобрела черты оперности, появились очень развитые речитативы, появилось вступление иногда, очень развитое сопровождение, увеличилась группа инструментов, и даже вокальная партия была невероятно виртуозной. Например, в сочинении Алессандро Страделлы есть фрагмент, где одно слово распевается на более чем 100 звуков. Вы можете себе представить, какой это невероятный распев и какого вокального мастерства требовала такая вокальная линия от певца. Останься Гендель в Италии, наверное, ему когда-нибудь стало тесно, потому что он был широкой натурой, и ему не хотелось оставаться, так сказать, застревать в одной традиции. Тем не менее, все-таки итальянская его стажировка сыграла очень счастливую роль в творческой судьбе, потому что сразу после Италии его, немца, пригласили в Англию, чтобы он привил англичанам вкус к итальянской опере. Вы только вдумайтесь, парадокс. И у него это прекрасно получилось, поэтому мы сегодня слушаем итальянскую музыку Генделя. Его, кстати, в Италии, знаете, как звали? Его звали «Милый гасконец», потому что за внешней грубостью манер, слов просвечивала очень светлая, кристально чистая и очень добрая душа. И даже современники вспоминали его улыбку, потому что в нашем представлении он гораздо более строгий. Его улыбка, которая напоминала мягкий луч солнца, который прорвался сквозь грозовые тучи. Ну что ж, итальянские светские кантаты Генделя. Он совсем молод, ему чуть за 20, 21, 22, 23. Он с удовольствием
изучает Италию, слушает Италию и в своих кантатах пытается своему перу, вернее, музыкальному, я бы так сказала, пытается доверить, освоить вот тот барочный итальянский стиль, который у него превосходно получился. В нашей программе прозвучит одна из светских кантат Георга Генделя «Копре таль вольта иль чьельо». В ней рассказывается о том, что Нептун взывает к небесным силам и молит Всевышнего об укрощении морской стихии. Чувственности здесь достаточно, вы услышите речитативы, и вообще вы убедитесь в том, насколько сложно было петь эти вокальные партии. Это требовало настоящего, истинного вокального мастерства. Итак, я приглашаю на сцену камерный оркестр «Бах». Солист, заслуженный артист России Владимир Рыжков, дирижер Максим Козлов.
Thank you.
Эпоха барокко имела очень переменчивый нрав. Она могла возвеличить Творца, могла его не спровергнуть. И судьба рыжего священника, так его прозвали за огненный цвет волос, судьба Антонио Вивальди тому яркий пример. При жизни быть лично с ним знакомым, пользоваться его советами, почитали для себя за честь и титулованные меломаны, дилетанты и просвещенные знатоки. Но уже спустя 30 лет после смерти имя Вивальди даже не упоминалось среди итальянских композиторов, как несправедливо. В XIX веке Антонио Вивальди упоминается только лишь как композитор, чьи ноты переписывал великий Бах. И только в XX веке случилось чудо. 100 лет назад в архивах одной из монастырских библиотек Италии были случайно обнаружены рукописи, большинство творческого наследия Антонио Вивальди. 300 концертов, 18 опер, более 100 сочинений для инструментов, для голоса. Перед изумленным миром предстал гений Вивальди во всей своей красе. И из скромного предтечи Баха он превратился, он взошел на самую вершину музыкального Олимпа. Не знаю, как вам, но когда я слушаю музыку Вивальди, может, вы со мной согласитесь, я чувствую, как бьется сердце барокко. Она полна такой живости, такой непосредственности, такого вдохновения. И она полна, мне кажется, нашего восхищения. Так чувствовал Вивальди. И в какой-то степени он стал эталоном стиля, эталоном барокко. Концерт был, конечно, его любимым жанром. Он написал концерты и для оркестра, и для сольных, для одного, для двух инструментов. У него великолепная духовная музыка, знаменитая «Глория» или «Магнификат», который сегодня прозвучит. «Магнификат» — это, наверное, вообще каждой своей нотой, каждой нотой своих духовных сочинений Вивальди говорил: «Вся моя музыка посвящена Богу, и все мои способности Ему предназначены». «Магнификат» — это словословие Пресвятой Девы Марии. К концу XVII века они стали монументальными такими композициями, очень торжественного, величественного характера. Хотя сегодня вы услышите очень разное настроение музыкальной молитвы. Здесь и радостное ликование, здесь и смиренное благоговение, мольба, осознание своей греховности и упование на милость Божью. Все это «Магнификат». Он, правда, существует в нескольких версиях. Есть монументальный из 11 номеров и есть более камерный. Формат нашего фестиваля, конечно, предусматривает именно камерную версию. Она сегодня и прозвучит. Ну что ж, мы вас приглашаем в музыку маэстро Вивальди. И, может быть, вы почувствуете, что каждое его произведение, сейчас у нас прозвучат два произведения Антонио Вивальди, каждое его произведение — это, наверное, такие фрески человеческой жизни. Наверное, стоит иногда задумываться, что мы проходим тот же путь, что и природа. Мы рождаемся, умираем, слушаем Вивальди. Сначала прозвучит концерт для оркестра «Соль минор». В трех частях его исполнит камерный оркестр Бах, а затем сразу прозвучит «Магнификат» соль минор итальянского композитора Антонио Вивальди. Исполнители: камерный оркестр Бах, хор «Доместик» имени Валерия Копанева, художественный руководитель Максим Козлов, хормейстер Елена Скурихина. И для исполнения «Магнификата» на сцену мы приглашаем солистов. Солистку Екатеринбургского и Казанского академических театров оперы и балета, лауреата международного конкурса Ольгу Вутерас, сопрано. Среди солистов солистка хора «Доместик» Анна Суханова, лауреат международного конкурса, тоже сопрано. Партию «Альта» исполнит лауреат международного конкурса Анна Догадаева и партию тенора солист хора «Доместик» Алексей Патрушев. В концерте «Соль минор» Антонио Вивальди сольную партию будет исполнять Софья Уманская.
И так звучит музыка великого итальянца Антонио Вивальди. Дирижирует Максим Козлов. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Камерный оркестр «Бах», хор «Доместик», дирижер Максим Козлов. Ну что ж, наш фестиваль удачно, красиво стартовал. Мы желаем, чтобы барочная музыка была желанной гостьей самых разных концертов и была такой же прекрасной, как этот букет. Спасибо, Наташа, за букет. Я хочу сказать, что, я думаю, вы со мной согласитесь, все-таки старинная музыка — это особое благородство тона, стиля. Это музыка, которая никогда не постареет. И вот то высказывание Швейцера, которое я приводила в начале, о том, что гении начинают нас поучать тогда, когда глаза их давно закрыты, но вместо их говорят их творения. Милости просим на все другие концерты нашего фестиваля. Ближайший состоится послезавтра. И вы вновь увидите свой любимый камерный оркестр «Бах». А хор «Доместик» 10 октября. До новых встреч!